Всем привет! Сегодня вот первая проверка у меня после постановки капканов на куницу. Это, короче, неделя прошла. После постановки. Через два дня я не пошел проверять. Вроде морозы начались небольшие. Короче, сейчас посмотрим, что там есть или нет. Так, друзья, первый капкан. И в капкане пусто. Ничего нет, короче. Бобрятина вся на месте. Только этих нету. Как их? Еще эти брикетики я кидал. Тоже их перетаскал. Ну, не знаю. Короче говоря, куницы здесь не было. Так, ладно. Сейчас подкину немножко. Вот они, вот эти. Они уже все в плесени. Но кунички не было. Возможно, ее тут и не будет. Не знаю, кто это вытаскивал. Тут всю прикормку у меня. Так, ладно. Идем дальше. Проверять, смотреть другие капканы. Так, короче, друзья. Вон вижу ящик. В ящике ничего нет, все пусто. Возможно, там и капкан, может быть, и нет. Сейчас посмотрим, что там такое. Да. Вот что у нас в капкане. Короче, был дятел. И птица вся изъеденная. Скорее всего, дятел попался, куница его съела. Ну, тут следы. Мыши бегали. Так, что у нас тут с бобрятиной? Шкура вся изъеденная. Так, лапа на месте. Так, ну ладно. Первый раз неудача. Надеюсь, вторая проверка будет удачной. Сейчас я чуть-чуть подложу приманки. И идем дальше. Так, очередной капкан. В нем тоже ничего нет, наверное. И капкан что-то не видно. Капкан висит целый. Сработанный. Приманка что-то источенная, вся исклеванная. Короче, мыши, птички. В этом году мышей много. Прошлый сезон мало мышей было. Куница сразу с первой проверки попадалась. А в этом году пусто.
Ну, куничка есть. Отец на неделе ходил на охоту. Зайцев лис погонять. Следы есть. Вот видите, в капкан она не хочет идти. А предыдущий капкан я сейчас проверял, дятел. Это вот там синички исклевали, потому что скелет весь целый остался. Сначала я что-то думал, куница. Куница бы все из ящика вообще вычила. Так, ладно. Сейчас подложу приманочки и идем дальше. Так, подхожу опять к капкану. К очередному. Так, капкан заряженный вроде. Ну да. Капкан заряженный. Здесь никто ничего не сбил. Тут под деревом. Около дерева кто-то крутился. Мышь, что ли? Следов-то вроде нет. Все сбуробли. Ну да, друзья, мыши лютуют в этом году. Мышей много. Вот в позапрошлом сезоне такая же фигня была. Куница не шла в капканы. Потому что мышей вообще тьма была. И в этом. Ладно, сейчас подложу еще приманки. И идем дальше. Так. Крайний капкан, короче, и тоже пусто. Ничего нету. Посмотреть-то. Так, ну тут тоже кто-то был. Не то мыши, не то птички, короче. Все исклёвывают. Ладно, это все. Там еще много приманки осталось. Но все равно сейчас ее обновлю, свеженько подложу. Короче, вот такой вывод, друзья. Мыши есть, куницы нет. Ладно, сейчас переезжаю в другое место, второй путик. Посмотрим, что там. Так, первый капканчик. Переехал на другое место. Капкан стоит заряженный. Посмотрим, что там. Так, ну что тут, все целое. Мыши так немножко погрызают. Так, ладно, сейчас чуть бобрятинки кину сюда. И иду дальше смотреть. Так, второй капканчик. И снова пусто. Синички туда лазят. Не знаю. Так. Опа. Ну да, тоже все объедено, но все целое. Сейчас я тут это подкину приманочки, иду дальше. Ну, включаться не буду, если там что. Если что так интересно, то включусь. А так, до конца проверки. Если пусто ли. Не буду, короче, включаться. Так, ну вот, друзья, очередной капканчик. Подхожу. Уже видно, что куничка есть. Что-то больно, мне кажется, какая-то большая. Наверное, каменная. Посмотрим. Да нет. Лесная, мне кажется. Ну да. Лесная. Котик, скорее всего. Так. Задубело. Так, ну ладно. Сейчас, вот тут вообще мышей нет почти.
Сейчас еще чуть-чуть приманки подкину свеженькой, чтобы запах был. Иду дальше. Так, ну вот, короче, крайний капкан. Там еще были капканы. Они были тоже пустые, ничего не было. Так что вот так вот. А этот, не знаю, тут что-то снегу намело. Что тут вообще у меня? Да не, вроде цело все. Сейчас все равно подложу. Короче, прошел я все. Вывод такой. Я для себя сделал. Короче, если много мышей, значит, куниц больно не хочет идти в капканы. В том году их было мало. Мы прям хорошо не попадались поначалу, пока я не, ну, в округе не выловил. Потом стали, ну, редко попадаться. Так что вот так вот. Так, ну ладно. Погода испортилась, короче. Не знаю, как сейчас мне идти. Сильный ветер и снег сильный. Ну, дойдем как-нибудь. Так, ну ладно, всем пока. Всем удачи.